Навести порядок во дворах, озеленить город и отремонтировать здания. Теперь жители Ульяновской области могут оставить свои предложения по благоустройству конкретных территорий. В школах, торговых центрах и во многих муниципальных учреждениях Ульяновска оборудованы специальные ящики, в которые отправляются бланки с предложениями граждан. Подобные ящики можно встретить не только в областном центре, но и в районах области. После сбора будет сформирован список территорий и создан дизайн-проект обновления нашего региона. Это необходимо для того, чтобы территории были определены непосредственно населением и выбраны населением. Затем будут эскизные проекты, подготовлены до 1 марта. И 18 марта все люди смогут прийти и проголосовать за ту или иную территорию. Объекты-победители обещают благоустроить уже в этом году. Объекты, ставшие аутсайдерами голосования, доработают и предложат для повторного обсуждения. И тогда у нас получится действительно красивый, хороший, комфортный город. Не то, как было с парком Дружбы народов, да, когда 20 лет он стоял без особого внимания. В прошлом году проект формирования комфортной городской среды воплотился в благоустройство 156 домов и 19 общественных пространств. В этом году программа продолжится. Ульяновцам стоит поторопиться. Прием предложений продлится до 1 февраля 2018 года. Виктория Шикова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.